Пожарно-тактическая тренировка прошла в торговом центре «Отрада». По сценарию учений возгорание произошло в батутном центре. Эвакуировать людей пришлось из здания площадью 80 тысяч квадратных метров. В будний день посетителей немного, но в выходные до 10 тысяч человек. В ходе учений были проверены все имеющиеся эвакуационные выходы. Их здесь предостаточно, а вот указателей мало, отметили проверяющие. За 7,5 минут торговый комплекс покинули и посетители, и сотрудники магазинов. Это результат тренировок. Учения в «Отраде» проводят регулярно. Здание оснащено автоматической системой пожарной сигнализации и тушения огня. Все системы обслуживаются компанией, имеющей лицензию МЧС по пожарной безопасности. Своевременное обслуживание проходит по календарному план-графику. Также мы имеем план тушения пожаров. На тушение этого учебного пожара прибыли два расчета. Спасатели добрались до места за 10 минут. В случае чего в помощь им и система пожарного водопровода. Он здесь имеется специально для экстренных нужд. Но пока пожарные рукава остаются сухими, руководству торгового комплекса рекомендовано устранить замечания комиссии. Все-таки громкость звуковой сигнализации, она не очень большая. Поэтому обратите внимание на то, чтобы все-таки увеличить. И идет у вас только голосовое сопровождение. Значит, сигнала о пожарной тревоге его фактически нет. Эвакуация в целом прошла успешно, заключили проверяющие. 1500 человек покинули здание в ходе тренировки без особых задержек.